Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о джазе. Само по себе слово «джаз» не имеет какого-либо глубочайшего значения или истоков. Его происхождение до сих пор порождает большое количество споров. И вот одна, на мой взгляд, из наиболее правдоподобных догадок. Когда-то тут джаз обозначало «блудить». По одному из преданий, один из основоположников этого направления, Кларисс Уильямс, как-то употребил это слово в своей композиции, и оно уверенно вошло в обиходную речь того времени, а после стало названием одного из самых любимых и узнаваемых жанров в музыке. Так что же все-таки такое джаз? Луи Армстронг как-то сказал: «Если вы задаетесь этим вопросом, то никогда не узнаете ответ на него». А один из самых известных джазовых музыкантов, Игорь Бриль, на вопрос маленького мальчика: «Как же вы играете, ведь у вас нет нот?» ответил: «Мои ноты здесь. Я играю то, что Бог на душу положит». Удивительно. Но во времена расцвета джаза женщины получили наибольшую свободу и право голосовать на выборах. Конечно, это совпадение. Хотя, как знать? Оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича, который нам с вами посчастливится услышать 23 февраля в киноконцертном зале «Панорама», это своеобразный звуковой джазовый музей, который можно посетить только во время концерта. Основная творческая концепция коллектива – это дать представление современному слушателю о том, как звучала исполняемая музыка в ту эпоху, когда эта музыка родилась. Репертуар оркестра «Столичный джаз» состоит из ярких произведений в оригинальных аранжировках эпохи свинга, которые на современном языке можно назвать хитами эпохи больших оркестров. Организатор и руководитель оркестра Федор Лешкевич сегодня уже профессиональный и популярный джазовый музыкант. Однако, справедливости ради, надо сказать, что первым его вузом был технический университет имени Баумана. Однако музыка взяла свое. Помимо Федора в состав оркестра входят также известные и популярные джазовые музыканты. Коллектив избрал для себя неповторимую стилистику традиционного джаза первой половины 20 века. Его участники не только в совершенстве владеют всеми принципами и приемами данного жанра, но и являются исключительными импровизаторами. Именно это и подарило им широкую популярность. Приходите на концерт, и вы услышите настоящий джаз. Amapola, my pretty little puppy, you're like that lovely flower, so sweet and heavenly. Since I found you, my heart is wrapped around you, and loving you it seemed to be a rhapsody. Amapola, my pretty little puppy, Mascapi, it's endearing charm from you. Amapola, Amapola, how I love
особое внимание хочется уделить вокалистам, которые настолько безупречно исполняют все джазовые стандарты, что действительно понимаешь, что, посетив этот концерт, ты окунаешься в сказку под названием «Джаз». Итак, 23 февраля, киноконцертный зал «Панорама», оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. Звоните нам, мы всегда рады слышать вас. Заходите на наш сайт, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! When I'm calling you, ba-ba-beep-be-doo. All right, all right. You answer true, ba-ba-beep-be-doo. All right, all right. That means I offer my love to you to be my own. If you refuse me, I will be blue and left here all alone. But if when I hear your answer so clear, oh, yeah. Oh, yeah. 'Cause I hear that answer echo in my ear. Oh, never. Oh, never. That's when I know our love will be true. You belong to me, I belong to you.